Это яркий день специального предложения дня рубрики «Мода и обувь» на телеканале «Шоп-н-шоу». И вместе с нами Турция. Турецкий текстиль самый лучший, самый качественный в мире. А значит, сегодня у нас лучшие предложения. Итак, внимание, дорогие, мы представляем летнюю футболку из 100% турецкого гладкого длинноволокнистого хлопка, который невероятно приятно тактильно и надолго сохраняет идеальное качество, как после первого дня носки. То есть действительно премиум качество, которое вы достойны, и вы будете носить много-много сезонов. Конечно, это эксклюзивный дизайн, обратите внимание, расшито пайетками, искрящийся, модный, эффектный летний образ. Задавайте настроение вашему образу и будьте каждый день прекрасны, сияйте, мои дорогие. Конечно, это действительно базовая модель, которая прекрасно садится на разные типы фигуры, гарантирует вам комфорт, вы носите с джинсами, с брюками, с жакетами. И самое главное, выбирая сегодня одну футболку, вы получаете цену 1299 рублей. И только один, единственный день, выбирая любую вторую футболку, вы платите за нее 500 рублей. И две футболки для вас будут стоимостью 1799 рублей. Я обожаю, я сама лично выбирала эти предложения. Они мне очень нравятся, они самые яркие, самые сочные, поэтому обязательно делайте свой выбор. У меня цвет сиреневый с таким ярким, красивым попугаем полностью, да, как ручная работа. Итак, розовый цвет, клюквенное мороженое, пастила, такая сладкая и сочная. Посмотрите, сколько сияния наших пайеток, а значит, сколько удовольствия. Дальше как раз мой выбор, сиреневый цвет, вот такой насыщенный попугайчик. Боже, как он будет сиять на солнышке, и как вам будет нравиться ваш образ, и вам будут все делать комплименты. А посмотрите, какой изумрудный зеленый цвет, боже мой. Вот это сказка, все, лето началось уже с покупки наших футболок. Так, бежевый цвет мне очень нравится, очень приятный такой крем-бруле. Дальше белый цвет, посмотрите, какой у нас попугайчик здесь сиреневым оттенке, шикарный клювик, глазки, вот все-все, каждая деталь. О, моя любовь сегодня абсолютно черный цвет, посмотрите, как сияет каждая пайетка, каждая деталь, каждый цветочек, просто бесподобно. Это футболка Мими. А теперь, внимание, мы представляем с вами футболку, которая называется Минди. А футболка Минди здесь как раз для Dolce Vita. Сладкая жизнь, посмотрите, здесь красивый такой, да, вот у нас именно уже летний орнамент, летний рисунок, красивое предложение, да, здесь, наверное, эффект Мальдивы, розовый цвет, сиреневый очень красивый лепесточек, посмотрите, там и золото, и зеленые пайетки, красивый и черный орнамент, такой тропический, зеленый цвет, даже такой, знаете, как оливковый. Дальше мы видим с вами обязательно белый цвет, и классическая палитра есть в черном цвете, смотрите, по спинке у нас однотонная футболка как раз, и вот здесь более спокойный такой вариант футболка Минди, и футболка Мими — это сегодня наши попугайчики. Итак, внимание, 1299 рублей наша цена, и вторая футболка за 500 рублей, неважно, какой выбираете, Мими с попугайчиками или Минди с вот такими тропическими красивыми листочками. Мы выбираем с вами размер, мои хорошие. У нас здесь европейская размерная линейка турецкая. Размер S соответствует 48-50. Размер M соответствует 52-54. Размер L вашему размеру 56-58. XL это 60-й размер. Выбираем четко размер в размер. Обратите на девочек, как раз Света выбрала у нас размер 48-50, а у нее 50-й размер. А Оленька выбрала размер М, у нее 52-54, размер 54. Футболка идеально садится, сегодня это натуральный хлопок производства Турции. И самое главное, на что мы делали ставку, это на хлопок. Это важная культура в Турции, там известна самая крупная текстильная промышленность, тем более Турция 7-й по величине производитель хлопка во всем мире. Вы видите сейчас длинноволокнистый хлопок, это кашемир среди хлопков.
Тактильные качества, долговечность. Прежде всего, чем длиннее волокно хлопка, тем прочнее и тоньше нити можно получить, а значит более долговечный, а значит ткань, которая будет меньше подвержена образованию катышек, ткань, которая будет очень гладкой. И, кстати, чем мне нравится сегодня наша турецкая новая коллекция, да, тем, что прежде всего вы выбираете эту коллекцию с любовью, носите ее каждый день, пожалуйста. Вы можете выбрать две футболки сегодня, вторая за 500 рублей. Вы можете выбрать футболку Мими с попугайчиком, футболку Минди с такими тропическими красивыми листочками, да, больше блеска в футболке Мими, интересная тоже такая грациозная футболка Минди, и вторую получить за 500 рублей. Самое главное, знаете, вот я когда выбирала тоже эту коллекцию вместе с байерами, сейчас они находятся в Турции, они отшивают новые коллекции, мы смотрели на то, чтобы каждая пайетка была пришита аккуратно, идеально, изнутри ничего нам не мешало. Это, кстати, еще и деликатный, да, прежде всего деликатная стирка, можно стирать в стиральной машине, но только отжим, пожалуйста, не ставьте. Посмотрите, нет ни одной ниточки ни в коем случае нигде, где бы вы видели, но поверьте мне, каждая пайетка словно пришита вручную аккуратно. На это делали ставку. Я сейчас скажу, что у нас линии перегружены уже буквально с третьей минуты, у нас в прошлом часе море таких футболок разлетелось. Каждый час действительно разные эксклюзивные коллекции. Вы знаете, чем мне нравится футболка? Это с фишкой, это с вкусняшкой, это с вишенкой такая футболочка. Обратите внимание, отлично по длине, а значит джинсами, шортами, с бермудами, пожалуйста. Выбирайте здесь и сейчас. Еще раз я напоминаю, что у нас очень красивые предложения. Это розовый цвет, это роскошный сиреневый, это очень насыщенный цвет, зеленый. Посмотрите, какой сочный, бежевый цвет, да, более такой спокойный. Это, конечно, белый и черный. Вот они, наши красивые попугайчики. Это коллекция, которая называется Мими. И дальше мы видим коллекцию, которая называется Минди. Тропические Мальдивы. Цвет розовый, очень нежный, зеленый, сиреневый. Вы белые, черные. Обязательно выбирайте свою коллекцию. Напоминаю, сегодня две футболки по цене 1799 рублей, потому что вторая футболка производства Турции за 500 рублей. Эксклюзивный дизайн на телеканале Shop & Show Традиция.